Мы находимся на выставке MAPIC Russia 2020, продолжаем общаться с гостями. Владимир, расскажите, как вы пережили минувшие полгода, какие, может быть, нововведения пришлось ввести в связи с пандемией коронавируса? Расскажите нам, как это было. Ну, скажем честно, бывали времена и получше, чем времена пандемии коронавируса. Но, тем не менее, мы не унываем. То есть у нас, помимо всех ограничений и всех, собственно, уронов, которые нанесли нам эти карантинные меры, естественно, возникли новые какие-то горизонты. То есть мы быстро настроились, мы создали огромную платформу для онлайн-занятий, мы привлекли огромную аудиторию, то есть количество использования нашего контента приблизилось к 60 миллионам пользований. Поэтому мы увидели то, по крайней мере, что людей, которые интересуются нашей темой, в стране гораздо больше, чем ходят в реальные фитнес-клубы вообще. Поэтому это для нас такой некий вызов. Мы понимаем, что мы где-то недорабатываем, где-то нам нужно еще приблизиться к нашей аудитории, где-то нам надо кого-то привлечь другими, может быть, какими-то форматами более легкими. И, собственно, нам есть чем поработать. Мы не то чтобы рады, но выводы сделали вполне оптимистичные. Спасибо большое за ваш ответ. Мы желаем вам успехов. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.